Всем доброго времени суток. Вас приветствует клуб Вальгалла по настольной коллекционной карточной игре Берсерк и Берсерк Герои. Сегодня мы вскрываем три бустера третьего сета коллекционной игры Берсерк Герои, Повелители Стихий. Давайте, не будем ждать себя, томить, начнем вскрывать. Начнем с первого. Вот так вот. Начали. Костяной воитель. Тьма стоит 2, атака 2, жизни 2. Защита от выстрелов. Инкарнация 2. Голем-страж. Нейтрал стоит 9, атака 10, жизни 10. Без особенностей. Слеза Архаля. Болото стоит 3, атака 1, жизни 1. Найм. Создайте элементаль воды. Артиллерист братства. Степи. Стоит 4, атака 1, жизни 5. Ранить выбранного персонажа на 2. Жак Винодел, нейтрал, стоит 2, атака 1, жизни 2. Найм, заплатите X монет, покажите верхнюю карту колоды, если это существо стоимостью X монет или менее, вызовите это существо. Гиртан, болото, стоит 2, атака 2, жизни 5, не может атаковать. Распад, тьма, стоит 4. Если ваш герой маг, уничтожьте выбранное существо стоимостью 5 монет или менее, иначе уничтожьте выбранное существо стоимостью 4 монеты или менее. Соорру. Нейтрал стоит 1, атака 4, жизни 3. Найм, создайте элементали огня, или элементали воды, или элементали земли, или элементали воздуха, или элементали праха по выбору противника под его контролем. Запретное знание. Тьма стоит 1. Сбросьте карту, возьмите карту. Естественный отбор. Лес стоит 1. Ранить на 4 выбранное существо противника силой 2 или менее. Барабанщик. Стоит 4. Атака 2, жизни 3. Найм, посмотрите две верхние карты колоды. Каждое существо стоимостью 2 монеты или менее вы можете нанять бесплатно. Оставшиеся карты замешайте в колоду. Время трапезы. Тьма стоит 3, жажда 4. Вместо вашей карты можете ранить выбранного болотного героя. Возьмите 3 карты. Аспид. Болото. Стоит 7, атака 5, жизнь 9, регенерация 2. Стоит на одну монету дешевле за каждое отравленное существо в игре. Астральный проводник. Степи. Стоит 3, атака 1, жизнь 2. Найм. Создайте элементаль огня. И нам прилетел круг силы. Болото стоит 3. Когда ваш герой действует, можете заплатить 2 монеты, при этом возьмите карту. Давайте у нас второй бустер. Что же нам подарят здесь? Вот начали. Брюхонок. Нейтрал стоит 9, атака 8, жизни 8. Блин, вся такая потыканная. Стоит на 5. Монет дешевле, если в вашей колоде 10 или менее карт. Армадон. Степи. Стоит 1, атака 1, жизни 2. Защита от первой атаки по себе. Кокон. Лес стоит 3. Кокон может быть в колоде любого героя-мага. Излечить суммарно до 5 ран, нанесенных любым вашим персонажем. Возьмите карту. Терпение. Нейтралы стоит 1. Посмотрите верхнюю карту вашей колоды. Вы можете положить ее под низ колоды. Возьмите карту. Бишоу. Степи стоит 1. Выбранное существо получает плюс 1 к удару. Слеза Архааля. Болото стоит 3. Атака 1. Жизнь 1. Найм, создайте элементаль воды. Тиури. Нейтрал. Стоит 6. Атака 5. Жизнь 11. Ранить Тиури на 6. Излечить выбранного героя на 6. Лирайн. Лес стоит 1, атака 1, жизнь 1. Найм, покажите верхнюю карту вашей колоды. Если это существо, то возьмите его в руку. Гиртан, болото. Стоит 2, атака 2, жизни 5. Не может атаковать. Голем страж. Нейтрал. Стоит 9, атака 10, жизнь 10. Без особенностей. Костяной воитель. Тьма стоит 2, атака 2. Защита от выстрелов, инкарнация 2. Фоп, нейтрал. Стоит 6, атака 5, жизни 6. Стоит на 2 дешевле, если у вашего героя ран больше, чем у любого другого героя.
Замыкание. Горы. Стоит 4. Выбранный игрок теряет одну монету. Ранить выбранное существо на 3. Зверинец. Лес. Возьмите карту за каждое существо под вашим контролем. Безымянная. Нейтрал. Стоит 2. Атака 0. Жизни 5. Найм. Не работает. Это был второй бустер. И у нас третий бустер. Он нам принес. Вечный странник. Лес. Стоит 2, атака 2, жизнь 1. Имеет рывок, пока в игре есть горное существо. Найм, положите выбранную карту с кладбища выбранного противника под низ его колоды. Лакнак, нейтрал. Стоит 3, атака 3, жизни 4, без особенностей. Фея-фонарь. Болото. Стоит 1. Действие героя противника требует дополнительную одну монету к оплате. Истребитель скверны. Нейтрал. Стоит 3, атака 3, жизни 3. Найм. Выберите одно из. Ранить выбранное темное существо на 3. Излечить выбранное лесное существо на 3. Ритуал призыва. Лес. Стоит 5. Вызовите существо стоимостью 3 монет или менее. Если ваш герой маг, то это существо сражается с выбранным существом противника. Херувим. Нейтрал. Стоит 1, атака 2, жизни 1. Орда. Замешайте выбранную карту с любого кладбища в колоду. Дверг. Лес. Стоит 1. Атака 0. Жизни 2. Орда. Найм. Выберите противника. Он выбирает одно из. Вы получаете одну монетку. Дверг получает плюс 3 удара. Твердолоб. Нейтрал. Стоит 6. Атака 7. Жизни 6. Без особенностей. Маг Фаргонда. Горы. Стоит 5. Атака 2. Жизни 3. Найм. Выбранный игрок теряет одну монету. Нейбу. Лес. Стоит 3, атака 3, жизни 5. Без особенностей. Хуртов камень. Болото. Стоит 2, атака 0, жизни 6. Не может атаковать, не может уступать защитникам. Найм. Выбранное существо не может атаковать и выступать защитником, пока Хуртов камень в игре. Работа с телом. Нейтрал. Выберите 10 раз одно из. Излечить выбранного персонажа на 1. Ранить выбранное существо на 1. Хильди Скотт. Нейтрал. Стоит 3. Атака 2. Жизни 4. Все игроки не могут брать более одной карты за ход. Лутоня. Нейтрал. Стоит 3. Атака 3. Жизни 3. Если вы используете любой поиск, вместо этого можете найти им Лутоню. Эта особенность действует в колоде. И нам здесь кочевники. Нейтрал стоит 4, атака 3, жизни 5. Найм. Каждое существо без особенностей получает плюс 2 к жизни. Гибель. Каждое существо без особенностей получает плюс 2 к жизни. Спасибо всем за просмотр. Это было вскрытие трех бустеров коллекционной игры Берсерк Герои, третьего сета Повелители Стихий. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и ждите следующие видео распаковок. Всем пока-пока.